Здравствуйте. Сегодня в нашем видеообзоре мы рассмотрим кассовый аппарат онлайн Меркурий 180F. Данный кассовый аппарат соответствует федеральному закону ФЗ 54 и передает чеки в ОФД. А также этот кассовый аппарат можно временно использовать как чекопечатающую машинку после того, как подойдет время вам покупать кассу онлайн, вы просто перепрошиваете кассовый аппарат, покупаете ИФН и регистрируете данный кассовый аппарат в ИФНС и продолжаете работать. То есть предварительный этап, вы можете приобрести данный аппарат и работать уже на нем. Сделать поэтапный переход на ФЗ-54. Посмотрим комплектность поставки кассового аппарата. Техническая документация, блок зарядки, переходник USB на мини-USB, рулон чековой ленты, соответственно, сам кассовый аппарат. Данного кассового аппарата очень удобная загрузка чековой ленты в одно касание. Вставляем рулон и закрываем крышку. Данная модель работает по GPS через сим-карту. Сим-карту мы вставляем вот в это технологическое отверстие. И через Wi-Fi модуль, который установлен непосредственно внутри кассового аппарата. То есть кассовый аппарат может работать на выезде и может работать и в офисе, как с подключением к внутренней сети, так и без. Выбираете минимальный технический тариф у оператора для технических устройств и, собственно говоря, работаете с минимальными затратами. Значит, есть порт мини-USB, через который переходник подключаем и работаем через клавиатуру, подключаем его к персональному компьютеру. Подключаем другие периферийные устройства в виде весов, в виде сканеров штрих-кодов. Также здесь присутствует и RS-232 порт, который также позволяет подключать к персональному компьютеру, к другим периферийным устройствам, таким как весы и сканеры штрих-кодов. Замена ФН здесь происходит с помощью разборки кассового аппарата. Значит, это делать необходимо в выключенном состоянии. Значит, мы должны открутить корпус, на корпусе один винт и внутри открутить, если не память не изменяет, еще 2-3 винтовых самореза. И поднять плату. Там внутри будет вставлен фен, который необходимо будет заменить или добавить при переходе на ФЗ-54. Очень яркий кристаллический дисплей, который позволяет видеть четко, понимать и работать более комфортно на данном кассовом аппарате. Логика кассового аппарата достаточно проста. Все режимы идут по кругу. Программирование, отчеты, фискальные отчеты, программирование ФН и ОФД, просто программирование кассового аппарата и непосредственно кассовый режим. В данный момент у нас не запрограммированы два оператора. Это администратор и кассир, поэтому пока не будет работать до тех пор, пока мы их не запрограммируем. По технической документации. Техническая документация идет поставка, значит, инструкция налогового инспектора, в которой обозначено, каким образом кассовый аппарат вводить в эксплуатацию, как менять фискальный накопитель, какие при этом совершаются действия.
А также непосредственно здесь инструкция, содержится инструкция по снятию отчетов с фискального накопителя. Руководство по эксплуатации. Здесь, значит, у нас находятся все основные технические характеристики кассового аппарата, как работать с кассой, как программировать и непосредственно коды ошибок, которые позволяют определить, что это за ошибка, сможете ли вы починить это самостоятельно или необходимо обратиться в сервисный центр. Также входит в комплект поставки обязательная атрибутика, это паспорт контрольной кассовой машины. В паспорте контрольной кассовой машины в основном написаны общие сведения, КТ-комплектность, учет работы, учет неисправностей, свидетельство о приемке данного кассового аппарата. И на что хотел бы обратить ваше внимание, это гарантийные обязательства, прописанные в данном контрольно-кассовом аппарате. То есть гарантийные обязательства действуют с момента выпуска кассового аппарата. И выпуск кассового аппарата указан как на шильдике, так и в паспорте. Заводской номер также должен соответствовать шильдику, и в паспорте он должен быть одинаковый. Гарантия получается с момента выпуска идет от производителя 18 месяцев. То есть, дальше он пролежал на складе у производителя, потом переехал в авторизированный сервисный центр. Там полежал, и внимательно смотрите, выбирайте с большим сроком гарантии. Это первый момент. Второй момент – это непосредственно дальнейшая эксплуатация кассового аппарата. Гарантия также распространяется заводом-изготовителем, и это тоже написано в паспорте версии, при вводе эксплуатацию кассового аппарата авторизированным сервисным центром, а также при заключении договора технического обслуживания с авторизированным сервисным центром. И эта гарантия распространяется на целых 10 лет, поэтому тоже выбирать вам. Если вы это делаете самостоятельно и не обслуживаетесь, ничего страшного, наверное, нет, и просто у вас нет гарантии на этот кассовый аппарат, и вы с гарантией непосредственно уже работаете напрямую с заводом-изготовителем в течение гарантийного срока с момента его выпуска. А дальше гарантия не распространяется, вы оплачиваете платный ремонт. Дальше, если кассовый аппарат содержит фискальный накопитель, он должен тоже обязательно иметь паспорт. В паспорте указан его заводской номер, прописаны гарантии производителя фискального накопителя. С фискальным накопителем непосредственно работаете напрямую с заводом-изготовителем, либо через авторизированный сервисный центр. Тут тоже выбирать вам. Основные технические характеристики кассовых аппаратов. Значит, 10 тысяч товарных позиций, цена, наименование, штрих-код. Работаете со сканером штрих-кода, найдете 10 тысяч наименований. В принципе, очень большая цифра для работы даже более чем в среднем магазине. За целый год накапливается такая вот товарная матрица. Возможность подключения устройств, еще раз повторю, сканера штрих-кода, USB-клавиатуры, USB-флешки. Может работать с EGIS-ом. Обязательно подключается персональный компьютер. Печать происходит посредством термопринтера. Чековая лента используется 57. Заправляется сюда чековая лента на 30 метров. Максимальное количество метража. Автономная работа аккумулятора очень... Аккумулятор емкий. Хватает на 500 чеков. В принципе, это 2-3 смены. Более-менее такого среднего магазина. Поэтому вполне вероятно использование его и на выездах, и если вдруг у вас проблемы с электричеством. Дальше. Эксплуатировать его можно от минус 20 до плюс 45 градусов и зимой, и летом. Поэтому вот очень хороший кассовый аппарат. Соответствует ФЗ-54, отправляет чеки в ОФД. Значит, от производителя есть бесплатный доступ к обновлениям на сайте nctex.kn.ru и возможность удаленного администрирования. Если у вас, допустим, касс много, то можно удаленно и администрировать этот кассовый аппарат через сервис nctex-service.ru. Вот. По опыту работы с данным кассовым аппаратом используется очень давно, продаем очень давно.
И больших нареканий по данным контрольно-кассовой техники в принципе нет, если только неправильное использование, там, попадание каких-то жидкостей, либо механическое воздействие на кассовый аппарат. Так, кассовый аппарат отличный, эксплуатируйте и пользуйтесь. Спасибо вам за внимание.